побежали казанцы втроем против двух. Педан на пятачке. Бросок. Гол. 2-1. Михаил Глухов выводит Акбарс вперед. Вот так. Салават пошел за второй, а в результате вторую забрасывает Акбарс. Песанин переводит, Глухов бросает. Зацепил шайбу Мецела, но не выручил. И вот смотрите, да, Педан утаскивает за собой Науменкова. Кугрышев боролся с Глуховым. Глухов падает и вместе с собой забирает еще и Андрея Педана. Но будем надеяться, что с Педаном все хорошо.